В то же время на противоположной стороне Аэрофлотской улицы разворачивалась другая история. Водители, ехавшие в сторону города, начали притормаживать, видя слева крупное ДТП. Но затормозить успели не все, и в итоге получился классический паровозик. Столкнулись «Лада», «Киа», «Шевроле», «Ауди», «Мазда» и другие авто. Как минимум две машины получили значительные механические повреждения. Кроме того, с места в травматологическую больницу доставили трех пострадавших. Всего в двух авариях на Аэрофлотской улице травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Движение по магистрали ограничивали, но к 14 часам открыли. Сейчас все детали случившегося устанавливают дознаватели. По факту смерти на дороге решается вопрос о возбуждении уголовного дела.